Ежегодно 26 июля в нашей стране отмечается День парашютиста, правда, пока неофициально. В этот день в 1930 году группа советских летчиков-парашютистов впервые совершила серию прыжков с самолетов. А примерно неделю назад первый раз покорил небо тагильчанин Александр Коченков. И это несмотря на то, что передвигается на инвалидной коляске. Небо, рассказывает Александр, манило. Хотелось ощутить свободу полета. Она узнала, что я прыгаю, она мне сказала: «Папа, я тоже хочу вместе с тобой прыгнуть с парашюта». Я такой: «Ну окей, давай». Спросим у мамы, и мама дала добро, и мы прыгнули вместе. Это моя мечта была. Она в том году еще появилась, глядя на мою дочь, она на канатной трассе лазила. Я такой думаю, как бы ее удивить, такой, и думаю, я тоже так хочу, только еще выше забраться. Подсказали в этом году то, что вот такая программа есть, можешь сделать прыжок. А раз уж у меня такая мечта была, я не смог упустить возможность. Александр с инструктором прыгнули первыми, следом его дочь Елизавета. Весь полет высматривали, пытались увидеть друг друга, но встретились только на земле. У меня, получается, снизу два человека поймали за ноги, потому что ноги-то не работают, но удачное приземление было. А теперь я хочу еще раз прыгнуть, потому что я ничего не понял, что произошло вообще. Это как бы как во сне было, что ли. Но охота еще раз прыгнуть и осознать это еще раз. Как это часто и случается, небо, парашюты и незабываемые ощущения захватывают. Вот вам наглядный пример: тагильчанка Екатерина Жохова. На ее счету уже 1260 прыжков. А что, бывает первые прыжки самостоятельно? Да, конечно, они их очень много. Самостоятельно, то есть три часа обучения и все в небо. То есть проводят сами инструктаж. Достаточно этого, в принципе, достаточно сейчас. Раньше мы обучались очень большое количество часов, там 60, а то и больше. Поэтому это целый год у нас по выходным только было занятие. Мы сами укладывали себе парашюты, обучались. Сейчас этого не надо. Любители пришли и получили удовольствие. Начинающие парашютисты прыгают с небольшой высоты, 700-800 метров. У них быстрее, то есть принудительно раскрывается парашют. А профессионалы получают удовольствие от свободного падения. У них высоты гораздо больше, до 4000 метров. А для спортивных рекордов поднимаются еще выше. Всех тагильчан, профессионалов и любителей парашютного спорта с праздником. Чистого неба над головой, романтики полета и мягких красивых посадок.